Битва ФБР против Apple, длившаяся больше месяца, внезапно завершилась в понедельник. Американское ведомство отозвало свой иск, в котором требовало от корпорации помочь взломать телефон стрелка из Сан-Бернардино. В декабре Саид Фарук вместе с женой открыли огонь в центре для детей с ограниченными возможностями. 14 человек погибли. Для расследования ФБР понадобилась информация с айфона подозреваемого, однако гаджет оказался заблокированным. Спецслужбы потребовали от Apple разработать специальное программное обеспечение, чтобы обойти защиту. В Купертино сделать это отказались, несмотря на то, что на сторону ФБР встал суд. Ведомство утверждало, что только у Apple есть уникальные технические средства, чтобы разблокировать телефон. Руководство компании парировало: если взломать одно устройство, то будет создан прецедент, и под угрозой окажется безопасность всех клиентов Apple. И вот теперь ФБР внезапно сменило позицию, заявив, что доступ к содержимому телефона удалось получить без помощи его создателей. Программу, как сообщается, разработала некая третья страна. Аналитики пытаются понять, как отреагируют пользователи на исход этого спора. С одной стороны, руководство Apple до последнего сопротивлялось давлению спецслужб. С другой, тем все-таки удалось взломать телефон самостоятельно. А это ставит под вопрос надежность защиты. Согласно недавнему опросу Ipsos, пользователи не считают, что Apple защищает их лучше, чем Google или Microsoft.